нескольких метрах отсюда мотострелковая рота отражает нападение незаконного бандформирования. Противника удалось остановить, но личный состав несет потери. События специальных учений «Ачан-2015» настолько реалистичны, что досталось даже фонтанке. Сбоку. Бери. Насколько тяжелое ранение? Ранение не очень тяжелое. Кость не задета? Попал осколок, кость не задета. Кровотечение. Останавливаем кровотечение с помощью жгута. Угу. После этого оказываю первую медицинскую помощь, перетягиваю рану, чтобы остановить кровь. Угу. Преждевременно, которая уже находится ниже. Останавливаю кровь, перебинтовываю. Дальнейшая транспортировка в госпиталь. Там уже будут заниматься врачи, осматривать вас, брать анализы и зашивать. Максимальная задача в настоящее время как можно быстрее доставить раненого и пострадавшего на соответствующий этап оказания медицинской помощи. В отличие от прошлых, скажем так, десятилетий, это время существенно сокращено. Действует правило золотого часа, в течение которого в мирное время должна быть оказана специализированная помощь, в военное время должна быть оказана максимальная медицинская помощь раненому или пострадавшему в зависимости от создавшейся конкретной боевой обстановки.